Друзья, я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И я очень много лет меняла и меняю деньги через мониторинг обменников BestChange. Но в последнее время нельзя перейти на официальный BestChange, о чем написано в официальной группе мониторинга обменников. Наш домен BestChange.ru вновь подвергся блокировке на территории Российской Федерации. К сожалению, региональные прокуроры продолжают подавать в суды иски на блокировку BestChange и других сайтов за упоминание криптовалюты биткоин. Мы уже занимаемся вопросом разблокировки, но судебное разбирательство может занять некоторое время. Друзья, вы можете воспользоваться официальным зеркалом BestChange.net, и все будет нормально. Давайте пойдем менять. Официальное зеркало. Перешла я по ссылочке, которую я укажу под видео. Мне нужно поменять валюту через Pair USD, доллары, и вывести на карточку Сбербанка. Выбираю здесь Visa MasterCard, рубли. Сбербанк, у меня рублевая карта. Переходим. Выбираем курс, который нам нужен. Я буду менять 50 долларов. Вот здесь вот наивысший курс. И здесь смотрим от 50 до 5000. Я обычно меняю вот здесь вот Quick Change. Ну, здесь от 100 долларов. Поэтому я буду менять в турбине. Здесь все официальные обменники. И вас здесь никто не обманет. Переходим. В левой колоночке мы отдаем Pair USD. В правой колоночке мы выбираем Сбербанк рубли. Нажимаем. Здесь мы пишем счет кошелька своего Pair. Здесь мы пишем данные карты, личные данные, фамилию, имя, отчество, email, телефон и нажимаем обменять. Здесь мы пишем 50, это минималка. Сумма у нас получается 50,48 и заполняем данные. После заполнения данных мы принимаем здесь условия и обмениваем. Данная операция производится оператором в ручном режиме и занимает от 5 до 30 минут в рабочее время. Нажимаем здесь USD обязательно, потому что деньги у меня там в долларах. И нас перебрасывает на Pair кошелек, где мы должны авторизоваться и оплатить. Нажимаем «Подтвердить». Буквально за 3 минуты мне вывели деньги. Вот Сбербанк, 8 августа, 3686 рублей. Вот так вот Change можно выводить деньги без проблем. Всем пока!